Бургер Кинге есть отдел plant-based, который состоит из веганских бургеров. И вот такой вот здесь выбор. Все бургеры представлены в версии plant-based. Также есть наггетсы веганские и соусы. О, прикольно, кстати. А его тоже за ребенка приняли, нет? А ему просто бесплатно. Мы на выставке садоводства. Государственный. Вот тут можно посмотреть, как растет клубника, крыжовник, все остальные ягоды, фрукты и овощи. Очень занимательно, конечно. А вот, например, яблони. Это желуди уже нормально. Тут такая пешая тропа. Да мне в ногу. Максим, ну точнее, я телеграм. Ты выжил или нет? Агроискусство. Агроарт. Да, и там мужчина этим занимается. Искусством. Хороший зайчик, зайчик, большие уши, маленькая голова. О, побежал Максим, побежал, побежал, сел.